Приветствую, друзья! С вами Сергей, и сегодня мы поговорим, что такое сильные и слабые руки в трейдинге. Как обычно, мои рассуждения, как обычно, простой разговорный жанр, и мне часто вы задаете вопросы иногда: Сереж, слушай, а почему ты не записываешь роликов по H7 там, и конкретно с какими-то объяснениями? Друзья, я уже записал достаточно много инструкций, и, наверное, это один из всех тех инструментов, где объяснения уже больше не нужны. Ну, реально, а что рассказывать про инструмент? Во-первых, H7, по факту, это высокочастотный робот для автоматизации трейдинга. Он не несет в себе чего-то сверхъестественного. Понятная позиция. Пока вы ручками, ну, могли бы делать то же самое, конечно. Покупать дешевле каждый раз, ручками выставлять сетку и все. Все это делает за нас бот. Принцип прост. Покупает дешевле, продает дороже. Ничего сверхъестественного. Что еще можно говорить про данный инструмент? Зарабатывает деньги. Ваши деньги под вашей защитой. Все просто. Но многие люди не понимают, в чем разница сильных рук на рынке и слабых рук. И почему деньги всегда перетекают из одних рук в другие. И мы постараемся сегодня с этим разобраться. Смотрите, ребят, чтобы как бы понимание пришло, да, когда вы мне говорите: Сереж, смотри, на рынке паника, чего? А почему ты думаешь, что курс пойдет выше, либо ниже? И вообще, с чего такая риторика? Ведь... Ну, никто не знает, по факту, давайте согласимся, никто не знает, пойдет цена вверх или вниз, и кто смотрел Wall Street, да, как и в процессе с акциями, это просто фикция. Но мы знаем точно одно, что криптовалюта всегда будет расти в цене. И говорим это конкретно за фундаментальные монеты. Вот в России уже майнерам разрешили официально заниматься майнингом. И понимаете, почему криптовалюта имеет очень широкое распространение и будущее. И то, что вы сейчас видите по 50, по 60 биток, это, наверное, то начало, в которое я приходил, когда он стоил $200. Во-первых, вы должны сразу для себя осознавать, что все, что происходит на рынке, это спекулятивное, там, манипулятивное действие. Рынок – это всегда спекуляция. Где есть спрос, там будет предложение. И наоборот, есть предложение, всегда будет спрос. Это закон рынка. С ним ничего не сделаешь, против него не попрешь. И все, что происходит на рынке, это либо спекуляция, либо определенные какие-то действия. Вот смотрите, на крипту наложить руку нельзя. Да, то есть нельзя ее запретить. Можно ее, конечно, запретить в каком-то государстве, но другое государство видит в этом преимущество, и оно будет легализовывать. На крипту нельзя наложить санкции, да, нельзя запретить тебе пользоваться твоим криптовалютным кошельком. И государство из запретов переходит в систему регуляции. Да, поймите, что вот эти все биржи и все, что происходит, вот открытие там новой блокчейн-индустрии, можно так сказать. Раньше был один блокчейн битка, и было все красиво. Потом эфиры, потом дальше пошло, и уже чуть ли не слои блокчейнов уже начинают появляться. Но смысл простой. Если нельзя запретить, то любое государство, любые люди, которые, там, не знаю, считаются привилегированными, они хотят научиться с этого получать выгоду. Следовательно, они не могут тебе сказать: не майни, потому что ты и так будешь майнить. Они говорят: майни, но официально, ну там процентов 10-15 своего дохода, блин, дружок, отстегни нам, мы же так хотим этого. И майни, майни, продолжайся. Вот в этом вся фишка. Следовательно, если мы видим на рынке какое-то движение, падение, либо что-то, это манипуляции. Потому что если бы этого не было, то логично, рынок бы стоял на месте. Это касается и любого форекс-рынка, валютного рынка, ну, стандартного, да, там, банки и все остальное, форекс-рынка, там, акция, рынка акций, все это, ну, можно сказать, имеет место быть. Теперь разберемся. Окей, поняли, что крипту нельзя запретить, нельзя ее разрешить, потому что никто ничего не получит. Но нужно регулировать. Но она всегда имеет свою ценность в плане того, что сейчас, ну там процентов 7, вроде бы 8% в мире денег находится в крипте. То есть 7-8% вообще людей
ну, в криптовалюте. То есть ей еще расти и расти. Итак, мы прекрасно понимаем будущее криптовалюты. Мы прекрасно понимаем, что любые манипуляции, новости и спекуляции на рынке – это нормальная и естественная для него среда. И мы понимаем, что мы хотим на этом зарабатывать. Так вот, сильные руки – это те руки, которые в момент кризиса, в момент всякого шлака на рынке, новостного фона и всего остального, они накапливают криптовалюту. И когда на рынке начинаются булраны, все там, люди начинают избавляться от криптовалюты, фиксируя себе USDT. На днях лично со мной случилась интересная история. Да? Я, можно сказать, стал свидетелем истории, когда ребята приехали в Грузию, у одного там 19 лет, второму 20. Только один приехал, ну, два друга там или два брата, я так не углублялся. Но у одного Мазерати, у второго Мерс. И да, эти люди, ну, находятся в крипте. И вот они прекрасно понимают, что такое сильные руки. И что в момент кризиса нужно накапливать активы, которые в дальнейшем ты будешь распродавать. Всегда сильные руки будут вытряхивать паникеров. Вот простой пример. Вот вы там зашли на кредитные деньги в хосте. Ну, пример, да. Крипта просела, а вам платить кредит. И вы сидите и думаете, вау, а где взять денег и все остальное. Ну и фиксируете себе, ну логично, бот по сетке закупил, 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 а вы взяли себе и зафиксировали минус 10%. А потому что денег негде взять, а тут деньги всегда в доступности, они на вашем аккаунте. Вы фиксируете, логично, вы свою крипту отдаете на 10% дешевле. Не бот это делает, а вы и вот этот вот котелок. Что происходит потом? Крипта полетела наверх. Вы могли бы зафиксировать шикарнейший профит. Простой пример вам я тебе приведу. Мой дорогой друг, 64, падает цена на 53 и потом поднимается на 60. Вот на этом движении сильные руки вытряхнули всех. Ну, и после этого скупили до самого низа, а теперь зафиксировали прибыль. И они полетят дальше и тоже будут фиксировать прибыль. Вот что такое сильные руки. Слабые руки – это когда у тебя слабая позиция. Это когда ты в какой-то определенный момент для себя понимаешь, что зашел ты на деньги, там, я не знаю, кредитные, либо что-то, либо ты не можешь поменять свою жадность или время, да, промежуток этот. То есть время поменять на деньги. И ты готов прямо здесь и сейчас зафиксироваться, чтобы... Ну и ладно, пофигу, главное, решу текущий момент. В перспективе ты бы получил гораздо больше прибыли, но тебя это, увы, не устроило. К чему я это все рассказываю, ребят? И почему я делаю эти подкасты? Да дело в том, что я сам был таким. И если бы, наверное, мне эти знания, которые здесь и сейчас даю я бы услышал в далеком будущем, ой, в далеком прошлом, может быть, я уже не записывал бы этот подкаст. Объясню почему. Я сам был вот этим вот 20-летним парнем. Ну, мне было не 20, мне было 30, можно сказать. Я пришел в крипту, когда она стоила $240-260. Я говорю за биткоин. Ну и нюанс в чем? Да, я в пике зарабатывал $17 000. Да, у меня много было где-то стартапов, где-то еще что-то. И сейчас я продолжаю вести стартап. Но вопрос в том, что... Для меня ценность денег на тот момент не имела никакой роли. Ну, есть деньги, они помогают мне развиваться. И я в Амире спокойно развивался, там, где вот мои 700 тысяч баксов там и остались. Да, это третья сторона. Запомните, всегда деньги, ушедшие от вашего кошелька кому-то, они уже не принадлежат вам. И в Амире, да, 700 тысяч такое. Хлоп, да, держи, Сереж. Это потерянные 4 года, и для кого-то это очень большие деньги. Ну, для меня это просто опыт, я подчеркнул его для себя и пошел. В этом случае сильные руки в лице Марата и всей его команды вытряхнули всех слабаков. А потом еще потрясли, когда доборы, переборы, акции, токены, не буду материться, токены токеном погоняют. Я к чему говорю, что всегда будут сильные и слабые руки на рынке. Кем вы являетесь, решать только вам. Я, допустим, отношусь к позиции
Хэштем – это инструмент, который в моменте, пока мы с вами общаемся, мне приносит прибыль. Я не жадничаю и не выставляю по 30, по 50, по 100 долларов на позицию, имея депозит свой в 300 баксов. Да, и имея там 5 монет, к примеру, биток, эфир, BNB, тон, нер, вот, к примеру, вот так вот, да. У меня везде будет стоять как максимум 10 стоимость позиции. И вот когда я такие вещи делаю, когда я рассказываю, вот простой момент, вы зашли, у вас на ваш депозит, да, ну, к примеру, на 100 долларов. Поставили на биток, биток с 68 упал на, давай 10% возьмем, 68 минус 6, 800 минус 7, ну пусть на 61. У вас закупилась сетка, и у вас есть выбор. Докинуть денег и оставаться в рынке. Либо сидеть и ждать, пока он отрастет на 68. Ну или начнет закрывать позиции. Вы выбираете второй вариант. Это позиция слабых рук. Я выбираю первый вариант. Пока цена сейчас с 61 упала на 53 и поднялась на 60, я при спуске набрал позиции, при подъеме заработал. Что сделали вы? Вы потеряли время за это вот движение и заработали 0. Берем другую сторону медали. Вы тоже выбрали первый путь. Докинули денег, у вас все забрало, но не поднялась цена. Еще не успела, вы на 53 тысячи. И вам приходится платить кредит, к примеру. Может быть такое. Или сосед кричит, а иди сюда, Сережа, отдай долги мне. Козел редкостный. Такое тоже может быть. И вы скидываете по 53. Цена поднимается до 60. Потеряли вы? Конечно. Вы потеряли, когда с 60 цена упала на 53, 10%. Зафиксировали себе убыток. А человек на этих 10 закупился и потом распродался. Он x2 заработал. Потому что при падении здесь он еще получал проторговку. И потом обратно всю свою позицию забрал. Тот, кто на 68 закупился и сидит 68 до 60, да, он не заработал ничего и потерял время. Тот, кто сильные руки нашел деньги, увеличил сетку, не жадничал. Из депозита там в 300 долларов, да, не ставил на биток по 30 баксов позицию, а ставил по 10. Он всегда находился в рынке и забрал весь профит. Так вот, сделайте вывод для себя. Какие вы руки? Сильные или слабые? Если вы действительно поставили себе цель, вот как я себе поставил цель, в H7 дойти до уровня 6, до 6 статуса, и при этом разогнать свой депозит на 100 тысяч. 100 тысяч долларов – это нормальный доход, 5, 7, 8 тысяч, даже 5 тысяч, 5% в месяц – это шикарно. 5-8 тысяч в месяц. Нормально? Конечно. Реально ли дойти до этой планки? Фу, в легкую. Было бы желание. А вот совершать ли такие плохие поступки, решать вам. Вы можете сделать 2-3 таких поступка за год и остаться с нулем в конце года. Только из-за того, что в какой-то момент вы не докинулись и пропустили движение. Во второй момент вы докинулись, но по стечению обстоятельств вам пришлось зафиксировать убыток. А третье, вы и не докидывались. И не продавали ниже. Вы закупили 68 до 62 там, тысяч. И в течение года крипта вообще не поднялась. Она внизу проторговалась отлично. Все заработали. Вы остались с бубликом, как говорится. Какие вы руки? Как вы относитесь к инструменту? Потому что про него рассказывать смысла нету. Это простой инструмент, куда вы... Ну, это, блин, давайте согласимся. Вот вы пришли в банк. Закинули деньги под 1.5% годовых. Не под сотку, под 1.5. Но представьте, через каждую неделю вам звонит человек и говорит, расскажи, пожалуйста, что за банк. А расскажи, пожалуйста, ну, там что-то нужно знать. Ты такой говоришь, слушай, дружище, ну не дури ты мне голову. Ну серьезно, это же банк, закинул и забыл. Так же и относитесь к инструменту H7. А на этом все. Поймите правильно, друзья, на рынке всегда будут манипуляции. И есть те, кто верит в сказочные мифы
да, что там кто-то заработал денег, кто-то в шорт зашел, кто-то в лонг зашел, кто-то уже, не знаю, последние часы продал на фьючах, потому что ждет, пока будет альтсезон. Кто-то ждет, а кто-то не нервничая, спокойно рассказывает про инструмент H7 и зарабатывает. Поймите, это не чудо вселенной, это автоматизация. Именно H7 позиционирует себя как высокочастотный алгоритмический робот. Высокочастотный, потому что совершает большую частоту открытия, ну, сделок, позиций и закрытия, чем это сделал бы ручками человек. Алгоритмическое, это значит, у него уже внутри алгоритм. Покупать дешевле, продавать дороже. Я думаю, слово «робот» вы переведете сами. Так вот, делайте выбор. Смотрите подкасты. Смотрите на меня, на текущего меня, на прошлого меня. С чего я начал? Какие результаты сейчас есть? И я буду безумно рад. У меня уже больше 900 там, с копейками видосов. Что ровно через год я открою свой видос, где в самом первом моем презентационном ролике я вам рассказываю: привет, друзья, вот есть такой крутой инструмент H7. И я хочу посмотреть, насколько же изменился уровень человека, который рассказал об этом вам 27 декабря, и человеку, который на этот Новый год посмотрит на себя из прошлого. Это круто. Всем пиз, будьте сильными руками и не позволяйте рынку манипулировать вами. Манипулируйте рынком сами. Пока-пока.